Ні. Визовуть тебе і гарно накажуть. Что, друзья, сегодняшняя тема видеоролика будет касаться того, почему я выбрал мотоцикл, почему люди вообще выбирают, какие дарят эмоции, какие вообще впечатления, плюсы, минусы для кого-то, возможно, разрушить, возможно, страхи тех людей, которые боятся, ну и все такое. В общем, обо всем, да ни о чем. Едем пока на город. Загадка. На горе стоит статуя, у статуи нету... Че? Не, ну реально есть такая. Ну, так как ты думаешь, что это? Можешь не говорить просто губами. Не, я меня... У статуи нету глаза. Что ты там подумала, я не знаю. Тебе глаза не будет. Вот ты такого мне желаешь? Боже, яка ти безсовісна. Ти ж сказала, загадай нормально. Так нормальна загадка. Ні. Да, це просто, ну, на розсуждення, на твою фантазію. Сказала би... Там взагалі не в тему. Я б сказала, мать уклива, ти зараза, у статуї нету глаза. І все. Спасибо. Ну, це ж прикольчик. Ну. Вот оно то, о чем я говорю вам, ребята. Поджигать красиво. А ты что, куда путь держишь? Добро пожаловать по тому маркет. Что-то так задумано. Я сегодня с Павловским был. И что? Нормально. Я тоже был. Ты, наверное, с утра? Я в училище еду. Привет, привет. Я потом встретил на плотине, на переезде. Но они меня не тронули, я номер подцепил. Правильно. Так что нормально. Я понял, я вот так вот еду, так вот в эту сторону смотрю. Правильно, что, даже если что-то, я не увидел его, не поехал. Поезд проезжает, а я поехал потом, да. Ну. На мотоциклах не текаем. А? Катаешься? Ну да. Это глушит. Я, короче, был на день рождения дилера, понял? Ага. Там такой пиздец. Да. Что это за байкер? Что это за байкер приехал, бля? Нихера! Нихера себе, бля! Привет! Ты шо? Ты шо, бля? Класс, класс, что за мотоцикл? Что, сколько кубов, сколько лошадиных сил? Я буду записывать. Тема видеоролика будет, почему я выбрал мотоцикл. И буду все причины называть. Вот я уже назвал. А вот у тебя какие причины? Зачем ты взял?
А? Чтобы словить когда-то дерево. О, мощно! Так ты суицидник, че шо? И телом обмотать. Я Да не, ну реально. Девок портил с помощью мотоцикла? А? Девок портил с помощью мотоцикла? Не понял. Ну, блял баб, трахал? Нет. Нет? Я что ж такое? Вообще обычно це якраз. Вообще це класне рішення для дівственника, це мотоцикл. Тоді, блядь, знакомство з дівчонками, все, вибирай, не хочу. Воно бачиш, сука, возле мого мотоцикла баб стоїть. Ні одної. Я там відео бачив, як до тебе баба така підходила, охеренно. Охуєнно. Отут вона тільки що проходила синя, так? Да? А, ну да. Вот такие вообще, ну, разные, разношерстные вообще. От 15 и до 70. Выбирай, яку хочешь. Вот и я об этом. Поэтому предлагаю поехать в дом престарелых и снять контент. Вон там малышня попросила, говорит, будешь на заднем ехать? Проедься на заднем. Вот он. И прокатимся. Охота. Вот так вот. И катаем. Поднимаем настроение. Кому-то опять же поднимаем, а кому-то нет. Вот такая вот боль. Вот опять у нас тут куча людей. Вот тут кто-то видел, смотрел контент, посмотрите видео, там будет в конце видео, в подсказках, в описании. Тут, конечно, трешок был еще тот. Как тут люди повыскакивали, что они говорили. Это было нечто, конечно, так что зайдите, посмотрите. Мнение, что люди думают, где дети гулять должны и так далее. Это просто, ну, блин, на уши не натянешь просто то, что говорят. Мотоциклиста отправляют, катайся, иди на стадион, а дети пускай гуляют на дороге. Вообще, это что-то с чем-то. Что ты хотела? Ничего. Байкер дал короля 2. Бля, будет тебе. Сейчас опять будет 50 тысяч просмотров. Ну, счастлив буде, да. Вони взагалі дупляді режуть, що це таке, що значить дек, не можуть поняти. Я говорю, дал короля, типа, о. Вони, а, чую, вони поняли, що значить дал короля. Показуй давай моїм підписчикам. Що? Що ти можеш показати? Не-не-не, їм таке не інтересно. Шой, Миша, давай сюди знімаємо. Давай, хоча б. Стань така. Ага. Он все кружится без конца. Да-да-да-да-да. Короче, все контакты на вот эту дамочку оставлю в описании. Так что, да-да. Мы тут танцуем вообще. Помнишь, что мужик танцевал, типа тянка? Это что такое? А, я понял. Да ну да. Сначала так, а потом... А ну. Сукаса надо казать. Микас. GoPro выключись. Если я один, мне кажется, моим этим жопа будет. Твоим косичком, да. Ну хотя она лаком зафиксирована. Расскажите, пожалуйста, как ваши ощущения? А, вкусно ли вам было? Вкусно. Вкусно? Да. Ну, там еще 80% и вкусно. Вау. Вкусно было? Байкер дал короля 3! Получай. Не, мы еще вторую часть не опубликовали. Это будет третья. Тебе что, погано? Да. А что ты? Что тебе погано? Ты бухаешь? А, блядь, только хотел подъехать туда до них, а они, бачь, сами. Шкідливі. Шкідливі. Что со мной? Ничего
что со мной? Я поняла, что всегда так люди поражают. Чуешь? А? Ничего, нормально. Да, нормально. Что ты? Бери велосипед дальше, куда катишь. Не умничай, блядь. Это ты не наглеешь. Надо просто отвечать, у меня эндуро, где хочу, там и езжу, бля. По тротуаре, хочу по траве езжу, хочу по горам езжу, бля. Ну. Класс эндуро, я люблю, как ты так и называешь. Да. Бо я еще по городам могу, по цветам поездить. Давай так, чтобы мы опять не уехали сами себе. А, это уже не первый раз, да? Ничего. Это ничего. Зачем тебе мотоцикл? Мне? Да. Не, ни хуя. Есть же правила мотоциклиста, ты должен это знать. Ну, это я знаю. Ну, надо, сколько девок попортил? Вот то сколько попортил, оно крестик ставит на баке. Давай на баке подожди. Не, ну я образно, наклейку вот такую, типа, как у меня вот там. Типа, оп, вот такая была уже, вот такая была. Ты любитель. Ну да. Бо я вчера Малине говорю такой, типа... Зачем ты купил мотоцикл? Чтоб размотаться об дерево. Говорю, молодец, она вспомнила-то, не он едет. И... Кажу, молодец, суицидник. Ёб твою мать. Это вообще. Не, можно было бы сказать, что бака уже не хватает, но да ладно. Да. Ну я дома стенка прям с наклейками. Мотоцикл это отличное решение для девственника. Я тебе говорю, используй правила, все будет нормально. Что-то вы попутали. Ой, блядь. Дошло, да? А интересно, у девчонок есть правила на мотоциклиста? Есть? У вас как, пацана прокатил, все, обязан дать? Да. Забирай ключ у него, бля. Ты гля, еб... Да. Он тоже такие, да. Снимай. Ну, Васик. А что ты снимаешь? Съемка в общественных местах запрещена. Наоборот. Ебать, сука. Наоборот, бля, я тебе сказал. Наоборот, ты понимаешь, или нет? Ты что себе придумал, бля? Уа! 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 Не, мотоциклист... Уа! 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 Ой, бля. Вот так, это так, приветствие у мотоциклистов власовских. Оно, перед... тем, как он выиграет, ты его возьмешь и покатаешься. Мы договорились. Ты мне дома въездить не будешь на моем мотоцикле. Он еще не твой будет. Блядь, может пластик не ставить, я все равно его. Не, ну, блядь. Ты что гонишь? Ну ты даешь. Все, я нужен мини, ебать. О, наклейки. Нет, просто не наклейки. Это маркер. Да. На 3,5 тысячи долларов скуплюсь, блядь. Так везде. На сколько? У меня 3,5 есть откладины. Я как раз у него все куплю и буду... Ну 90 тысяч это меньше, это там 2 с чем-то будет даже. Он просто не понимает, что можно... Че сколько, подожди. Ну да. Пригнал? Да. Да. Вообще легко. Я ж не доеду, блядь, сюда. А тебе его сюда приводят? Кто? Человек, который этим занимается. Фельдшеру скажи, блин. Да. А, музыку не меняет.
Ну, другому еще. А ты его як, по новой почте? Вообще, да, я вот тоже поехал на Западную, посмотрел это все, на новую почту загрузил и в Светловодске принял. Да. А что, ты не хотел ехать? Да ты что, я во-первых, шлем не брал, не покупал, это я купил уже после. И, блядь, ну прикинь, это 800 или 900 километров ехать, блядь. Это нормально. Да я ты что, во-первых, я не знал, ну, то есть ты проехался, пощупал, а что в дороге случится, может, и ж хер его знает. Масло, фильтр по-любому менять надо, хоть бы чтоб тебе кто не сказал там, что типа масло, фильтр поменял, все поменял, все равно надо менять самому. На слово верить, это такая херня, что... Кто? Давай Толик Пира. Кажи, ебать, Толик Пира. Хорошо, что хоть шаришь, блядь. И сразу вычислил, кто, блядь, это Моща! Не я, а Дуала. Знала, все знали. Все знали. Все знали. А, так ты тоже? Она мне сказала, да, она мне сказала. Все. Я ж думаю, что они придут. Да. Тут надо снять бак. Потом фильтр, бля. Потом еще и выкрутить их. Ага. Он там прикрученный. Это датчик на спидометр. А вы уже подписаны? Без подписки нельзя смотреть. Just Run. Райдер. Что вы, девочка Лера? Как настроение? У тебя такая сексуальная улыбка. Вот так надо было. Прям рэп прочитала. Ну. Давай, я набиваю бит такой, уч, а ты зачитываешь. Уч, уч. Я даю бит, а ты зачитываешь рэп. Уч, 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 уч. Девочка Лера сидит на мопеде. Давай-ка заводи и проедемся туда-сюда, сюда-туда. Йоу. Уч, уч. Ой, бля, я не могу стать. Понял, у меня лучше получалось. Зато ты, когда давал бит, он такой, каже, девочка Лера, как ваши дела? Как сердцебиение, прям под бит. Ну, видишь, как четко. Даня! А ну! Улыбнись, Лера. Что по цвету? Даша, а ну улыбнись. Тебе нормально? А ну! Камера, б***ь, снимай. Я, на руки выйдем, иди. А ну улыбнись. Уебаем! Ой, бо він чорний! Сукинба! Де торта? Це називається треш-контент. Треш-контент? Там бабулечка нам показувала, що це кулачок. Аж інтересно. Сейчас теперь подъедем, послушаем, что она там хотела. Кажите! Я не буду садиться, а что такое? Не, я кажу, козить, не надо сидать. Милицию заявить на тебя. Так заявить. Номеров нема. Есть, вот тут. Вся проблема. Вот тут, под жопкой, они есть. Чтоб были бы номера, я бы уже давно а за что? Ты понимаешь? А за что? Что ты делаешь? А что я делаю? Что ты гоняешь, что такой шум таки поднимаешь? А, вы именно из-за шума? Да. А то, что там я катаюсь, а нормально? Катайся собі. О! Їздять, людей багато їздять. Не, я... Ладно, я за це извиняюсь, я согласен. Визовуть тебе і гарно накажуть. Вони не мають права мене визивати. Ага. Як це так? Ну, так от. За що?
есть нормально, ніхто ж, яку претензію пред'явив до чоловіка, виїхав і поїхав. І ти, тобі треба їхати. У мене, діло в тому, що дивіться, у мене спортивний мотоцикл. В нього двигатель построєн так, що йому нужні обороти, це раз. Я вас прекрасно понимаю, именно из-за того, что шумно, да. Но цей мотоцикл, если я не буду ехать, ему давать обороты, двигатель умрет. Вот туди виїжджай на дамбу. Я не против, хай зроблять дороги. Вы бачили, какие там дороги? Я каждый раз зеркала вот эти подкручу, они отваливаются. Вот. Вот это проблема. Я езжу там, где есть дороги, к сожалению. Вот сегодня я ездил в Светловодск. На людей так действуешь, что ты не думаешь о том. Та я думаю прекрасно, о чем вы. А? Конечно, конечно. Давай. Давай я буду дальше. Давай. Вытяну руку вот так вот. Вот, чтобы видно было. О. Все, спасибо. Да не за что. Ты тоже хотела, че что? Да. Ну давай, то что ты стесняешься? Привет. Я когда думаю, то, что когда ты приезжаешь со всей скоростью, я думаю, то, что начинается уветренная тревога. А, да боишься? И у нас не будет урока. И это у меня оборачивается печалью. А я наоборот радуюсь, когда тревога. Не, ну ты же отличаешь. Тревога, она же звучит иначе. Мотоцикл это... Я люблю, когда тревога, но когда узнаю, то, что это просто мотоцикл, Расстраиваешься? Да. Чего? Да хочется полететь на тревогу. Потому что уроки отменяют. Я понял, о чем ты говоришь. Домашку и все, отдыхаешь. Ну да, давай, тоже сделаем. Давай. У меня телефона нет, давай. На ремонт. Спасибо. Пожалуйста. Ну давай, удачи. Давай тебе удачки, не расстраивайся. И чтоб не подвернулся. Да не, я аккуратно. Бабульки такие. Да, будут агриться. А где контент? Ваши комментарии. Ну что, езжай нормально. Казусь бы, сделай контент. Давай, сейчас я кружочек ебал. Может, сейчас что-то интересное будет. Мим.
Отжал. А? Отжал. О, блин, я тут... Это булки. Ну да. Я думал, это ты себе приобрел. Да не, скажу, отжал. Правильно. Снимаем контент. Я. Ну я сейчас тоже выеду. Хорошо, тогда ждем. Давай. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Ай, блин, хоть хуй в глаз попало. Я-то не знаю. Что тебе там в глаз попало? Ты так и ехал с закрытыми глазами, что? Не, с одним, блядь. Тут уже какой-то бакер заехал. Прикольно. Видончик, конечно, тут офигенный был. Офигенный. Офигенский. Попросил Горобца, чтобы заехала за мной на мопеде. Что свозила заправиться, по этим дорогам не хочется ехать, здесь сегодня уже второй раз на заправочку. Там едем, ехаем, взяли канистрочку, сейчас я туда, назад я обратно уже буду, там рюкзачок неудобно будет, поэтому поехаем заправиться. Hit it, play games like soccer when we kick it. Get it, then it's like pretty motherfucker with the monster. Pretty motherfucker at my concert. I'm wearing boxers. Покататься мы покатались, а теперь же ж надо заправить бензик. Что мы тут накатали? Сколько? А ну-ка, показывай нам. 85. Ну, сейчас заправимся. У нас она канистрочка стоит на десяточку. Сейчас прольем чуть-чуть, правда. Ну, ничего. Зато зальем чистенького, хорошенького бензика. Пятого. А ну-ка. Ах, как пахнет. Ням-ням-ням, как он кушает. С удовольствием. Надо хоть не перелить топливо до хера. Сколько там топлива? А? О, как раз полный. Офигеть. Куда я лью дальше? Назад сюда тебя.
Чё? Заправили. Попроливали, правда. Ну, заправили. Литров 8, наверное, залил. Ну, что тут скажешь? Вот как-то так. Еще осталось даже пару литров. Зато красивенько-то как. Ну, что тут оно испарится. Красиво-то. Красиво вышло. Значит, смотри. Поскольку у тебя сегодня день рождения, поздравляю тебя с днем рождения. Значит, меня еще раз словишь, что я тебе наклейку подарю. О, хорошо. Ну, а загадка. Смотри. Когда закрываешь глаза, что ты видишь? Темноту. Нет. Дальше. Но близко. Близко. Что после темноты наступает? Утро? Нет. Сложная загадка. Не, легкая, легкая. Ну, вот ты закрыл глаза. И вот что ты можешь увидеть после этого? Ну, темноту в глазах. Нет. Я закрыл, вижу темноту. Не. Потом, в дальнейшем, перед тем, как ты проснешься, что ты видишь? Ну, кровать, наверное. Не. Вот ты лег, закрыл глаза. Что ты видишь после темноты? И когда просыпаешься уже, что ты видишь? Воспоминания после чего? Да я, наверное, проснулся. Не. Очень сложно. Это сон. А, сон. Ты видишь сон. Я ну ничего. Привет. Сон. Ну. Так что в следующий раз я буду с собой возить наклейку, я тебе наклеечку подарю. Хорошо, поскольку день рождения у тебя. Ага. Ну, все. Давай туда. Малыша ж сегодня день рождения все-таки, поэтому нужно поздравить. Я взял наклеечку. И сейчас именинника отпоздравим. Как бы тортик был заказан. Вообще чутенько. Чутенько. Чутенько все дела. Сейчас поздравим. А где именинник делся? Я ему наклеечку подарю. Там, наверное, да? Иди сюда. Иди сюда. С днем рождения. Спасибо. Слушайся родителей. Учись. Спасибо. Хорошо обязательно. Спасибо. Все. За наклейку. Пожалуйста. Давай. Хорошего дня. Пожалуйста. Вот так вот. Почему нет? Круто. Там еще тортик сделали, прикольный висит. Висит, говорю. Не висит, а... Короче, родители его заказали торт. Он прям там стоит у нас в витрине. Если видели, в истории выкидывал. Поэтому круто. Вот, в принципе, и вся суть, то, что я хотел донести. Вот так вот, действительно, мотоцикл дарит столько впечатлений, эмоций. Если тебе грустно, одиноко, если тебе нужно какие-то новые эмоции, если, да вообще что угодно, это реально тебе дает настроение, позитив, адреналин и вообще куча эмоций, знакомства и так далее. Поэтому, что нужно? Правильно, подписаться на канал. Рассказать друзьям, близким и знакомым. Поделиться этим видео. И если ты не здесь, то ты нигде.